Ну, напряженная игра, и знаем, что большое количество футболистов новых в команде, а это всегда импульс, да, для команды, которая собрала футболистов новых раз, а второе футболистов поигравших и умелых футболистов. Ну, и плюс большие нападающие. Видели, что они высоко, длинно играют, подбор играют, под них идут юрки эти игроки, поэтому постарались перекрыть. И, в принципе, в общем-то, хотя вопросы были в перерыве к своим ребятам, потому что это, ну, как-то немножко не похожи на себя были. Но проводили при этом быстрые атаки. Проводили быстрые атаки. Там Шамиль Асетляров попал в первом тайме, явный момент, в штангу. Второй момент, в общем-то, у нас тоже был такой. Третий момент с передач. Поэтому три таких, в общем, хорошие возможности были для того, чтобы забить. В итоге забили мяч. Может быть, охраняли. Хотя второй тайм вроде бы полегче складывался. Полегче складывался, и где-то мяч контролировали, и сопернику сложно было выйти. И вроде бы мы усилили и Олейником, и Лукьяновым, но тем не менее как-то пропустили. Опять же, продавили сверху нас и первый момент, и второй момент, в общем-то, сверху продавили, поэтому надо дать должное, что команда умеет, получив удар такой, и ответила, и забила гол, это дорогого стоит. Может быть, это дороже иной победы, потому что проигрывать за 5 минут до конца и выйти, в общем-то, сравнять счет, и потом вы видели, при возможности бежали вперед, потому что, ну, хотели выиграть. И Тосна хотела выиграть, и мы хотели выиграть. Но, с другой стороны, отношения очень хорошие, теплые сложились с тосненцами, с руководством, поэтому я им и на сборах говорил, что команда будет сложиться, и желал этого, поэтому в дальнейшем желаю, чтобы только сыгрывалась команда и набирала очки и радовала своих болельщиков. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Неделю назад вы могли непосредственно здесь на стадионе выйти с сегодняшнего соперника. Вы воспользуетесь возможностью или нет? Ну, мы достаточно информации имеем про эту команду. Мы рядом тренировались, мы игры там смотрели, да, и первую игру мы смотрели тоже, когда здесь. Поэтому, естественно, мы знали, как играет команда. Там, спасибо и удачи. Спасибо, Виктор.